Чел под деревом. Сладкий сон, говоришь? Ну да. Народ, всем привет. Что-то выполнение челленджа, конечно, подзатянулось, да? Я уже не помню, когда я выполнял последний челлендж. Наверное, месяца два назад, если даже не больше, уже ивент новый начался. Ну, вот как-то вот не складывалось. Короче, челлендж выполнил. Челлендж сейчас у вас где-то вот здесь на экране появится. Вы сейчас, ну, увидите. Прежде чем мы начнем, хочу порекомендовать вам магазин с самыми лучшими, с самыми удачными. Прежде чем мы начнем, хочу порекомендовать вам магазин с самыми лучшими, самыми удачными, с самыми быстрыми UC-шками Akitava UC Shop. Ссылка в описании под видео. Главное, не забудь! Не забудь! Главное, не забудь прожать лайк под этим видосом и подписаться на мой канал. Также не забываем, что рубрика продолжается. Если вы хотите, чтобы я выполнил именно ваш челлендж, и чтобы ваш челлендж попал в следующий видос, просто оставляйте свои предложки в комментарии здесь же, под этим же видосом. Ну все, давайте уже заканчиваем эти лишние слова. Гоу смотреть. Ну, первым делом мы летим на ивент, чтобы залутать лишнюю карточку, чтобы, так скажем, шансов было больше. На оружие сейчас. А мне нельзя его забирать. Ну, прикинь. Скинь, этот чел тапнул. Нет, это бот. Я, наверное, до вот этого момента на аэропланах, ну, полгода не летал. Знаете, ну, прикольная тема на самом деле. Ха-ха, тут злость. Ну, спасибо, братан. Так, что, эмка у нас есть? Подожди, я убил с эмки, правильно? Значит, надо эмку менять. Это бот. Обидно, лучше бы с миника закрыл. Ой, зато восьмерка на миник есть. Так как челлендж все-таки для сольного режима, найти противников было не так-то и просто. Как бы мне его так это... грамотно. Он за пушкой? Давай еще раз. В лоб он выйдет для тебя. ХП полная, третья каска, третья броня. То есть, в принципе... В тело попал он мне. Да опять! Но он не попадает мне по голове. Он по телу дает. Вот сейчас у него болтовочку заберем, кстати. У него болтовка вроде была. Да, М24. Хорошо. Блин, как мне сейчас... как мне сейчас с поля бежать? Я не представляю сейчас. Сука, вот мне его сейчас лутать надо. А у меня в спине чел. Правильно же? Давай еще раз пикни. Ты же гений этой игры, не? Не гений. Мне надо М24 закрывать теперь. Нет, я не хочу тупо умирать. То есть я понимаю, что там... не очень серьезный чел, но как бы рисковать я не хочу. Я хочу эту катку добить. Все, надо два оружия менять. Все, есть.
Так, Юмп и Узик. Ну как, круто, конечно. Мне так жалко всегда все это выкидывать. Все, что я непосильным трудом собрал. Фризануло что-то у меня. Что? Да нет, нет. Она уехала, что ли? Два оружия менять. Уже рисковать нельзя, конечно. Так, чё? Ой, Томик. Трудность этого челленджа в том, что я закрыл человека на достаточно большой дистанции с Томпсона, а у меня использовать я могу только коряк, и мне надо срочно заезжать на чела, чтобы его залутать. Сука. Мне надо лутать чела. Почему меня перекидывает на ту сторону? Уже страшно становится. Казалось или бага? Да мне надоело уже так лутаться. Типа, блин, ко мне все едут и едут. Я только оружие успевать меняю, блин. Опять Юм. Серьезно? Не, ну Юм-то в упоре норм. Опасно сейчас будет, конечно. У меня патронов мало, я не могу ему ничего сейчас сделать. То есть я поражать не могу, ну, много, так скажем. У меня сейчас бенз кончится. Нет, это скип, это говно позиция. Блин, можно заехать, конечно, запушить, попробовать. Будет он сейчас меня смотреть? Ну, меня сейчас сзади, если мне даст чел плюху, мне хана. Вот это стрим-снайпер или просто там случайно оказался чел? У меня дымов нет. Это просто засада. Это, конечно, был рискованный мув, но до него бы я тупо не добежал. Мне не хватило бы времени. Козёл, блин. Что ты там сидишь, дрочишь, блин? Я лучше зоной зайду. Буду халдить до талого в натуре. Мне-то сейчас топ забрать надо. Мне это одна из... Один из моментов. Забрать топ. Во-вторых, мне надо закрывать челов, мне надо их лутаться. А если я закрыл где-то чела далеко? То есть, что мне делать?
Даже если, возможно, типы файтиться будут, я буду халдить, потому что мне, типа, надо, ну, по факту мне надо оставить, грубо говоря, последнего чела на юм. В том плане, чтобы, ну, я его закрыл и все, и топ забрал. Чел под деревом. Менять пушку срочно. Дымов нет. М-ка. Просто. Хвала всему. М-очка. Это про... Вот просто надо 2 килла оставлять. На юмпы, на М-ку и все. Фух, оно у меня еще и почти фуловое. У меня кроме жопы все есть. Вон, а молотого. Бага там под сеном. Здесь чел за камнем. И 2 вот этих чела. Сука. И это сейчас обо мне знает. Все. Вот что мне делать, если он сейчас заходить будет? Умри за зоной по-братски. Он же за зоной, нет? Или где он? На самом деле за зоной его давным-давно уже не было. Нет? Что-то я не понимаю тогда. Тут я чуть-чуть своим лутанием не начал новую попытку выполнения челленджа. У меня вообще ноль догадок, где он может быть. Вообще ноль. За забором сейчас был? Да. А его зона не выжмет, а меня выжмет, да? Просто туда, просто туда, просто туда. Ух! Блин, ой, это очень круто. Просто. Это крутая тоже катка. Это тоже очень крутая катка. Такой вот получился видос. Спасибо, если ты досмотрел его до конца. Огромное тебе спасибо. Спасибо, если ты поставил лайк, если ты подписался на меня. Просто огромная душа, огромный респект тебе. Спасибо, что посмотрели до конца. Увидимся в следующих видосах. С вами был Сладкий Сон. Всем пока.